Одесская военная академия в конце декабря 2015 года провела открытую закупку предметов мебели через систему «Прозора». Как передает интернет-издание «Репортер», согласно информации, размещенной на портале закупок, победителем торгов стала ООО «Пивдень Инвест Трейдинг». Военная академия закупит пуфы на общую сумму 94 950 гривен. Согласно данным сайта, академия нуждается в 14 мягких пуфах с подлокотниками образца Колизей и 22 мягких пуфах без подлокотников образца Карина. При этом, согласно предоставленному на сайте предложений от Пивдень Инвест Трейдинг, один пуф с подлокотниками стоит более 2500 гривен, без подлокотников – более 3000 гривен. Однако итоговый контракт заключен со стоимостью 2499 гривен за каждый пуф. Довольно необычный такой расход средств, учитывая недавний скандал с состоянием казарм морской пехоты в Одесской области и постоянными потребностями раненых в военно-медицинском клиническом центре, которые пытаются своими силами обеспечивать волонтеры.